too short to get it all right. First time around, you better not fuck up. Wanna be born again, I want a second chance, 'cause this time around. Одинокий. Сегодня 1 января, но погода совсем не январская. Встретили Новый год, особо ничего не делали. С Настей вдвоем дома созвонились с друзьями по скайпу, которые живут в Техасе. Какая мягкая. Веселая. Вообще здесь Новый год особо не отмечают. Здесь у них главный праздник — это Рождество. Поэтому даже вчера удивились, насколько было тихо вокруг. Мы-то в принципе дома были. Но если посмотреть, там люди ездят на Таймс-сквер. Да и в Бруклине есть несколько мест, где собирался народ. Но нам почему-то было в облом, и мы никуда не поехали. Сегодня очень классный день, погода совсем не январская. Выбрались в Проспект Парк погулять, еще ни разу здесь не были. Очень классно, здесь большой парк, это типа центральный парк в Бруклине. Встречать Новый год на Таймс-сквер я вообще считаю сумасшествием. Туда, чтобы попасть, занять нормальное место, я читал, люди приезжают в 12 час дня, то есть это им 8-10 часов нужно минимум простоять. Нету вообще общественных туалетов, и, соответственно, если ты ушел со своего места, к нему ты уже навряд ли сможешь вернуться. Даже не понимаю, как люди такое могут делать, и нельзя ни рюкзаки, ничего с собой брать, потому что полиция не пускает с сумками вообще людей. Вчера смотрели по телевидению, как там все происходило, людей немерено, и все выглядят очень счастливыми, несмотря что там, наверное, простояли полдня. Сегодня хочу постараться рассказать, как мы переехали в США. Не буду вдаваться во все подробности, просто вкратце. Часто люди спрашивали, как у нас это получилось и как вообще мы это сделали. Прошлым летом мы решили, что в жизни нужно что-то менять, и думать долго не пришлось. Решили, что нужно переезжать в новое место, ну и сразу же первое, что пришло на ум, это США. Так как я здесь уже 6 лет до этого жил, учился, в принципе, новым для меня это не стало. И был уверен на 100%, что визу получу. Выбирать, каким способом мы будем уезжать, даже и не пришлось, потому что я знал, что для нас, можно сказать, единственный способ был — это туристическая виза, так как мы хотели переехать как можно быстрее. А оформление рабочих виз — это очень трудоемкий и долгий процесс, и не факт, что получишь ее. Поэтому оформлением всех документов, которых там на туристическую визу достаточно мало, занимался я сам. В принципе, все, что нужно было, это заполнить анкету, да и предоставить документы о своей, как говорится, финансовой состоятельности, что, приехав в Америку, ты сможешь там оплатить все себе. И доказательство, что ты не останешься в Америке навсегда. Сделав все документы, что у меня реально заняло один день, записались на собеседование в консульство и через неделю уже поехали в Киев, в американское консульство. Так реально тут по-любому петь классно. В консульстве наше собеседование продлилось реально от силы минуту, наверное, даже меньше. А консул, ну или человек, который его проводил, просто спросил самые стандартные вопросы, даже особо не вдавался в документы, это все. Он увидел, что у меня до этого были студенческие визы,
спросил, там, баскетболист, все такое. На что я, конечно, ответил «да», хотя в тот момент уже знал, что с баскетболом у меня все закончено. И одобрил визу, и через несколько дней она пришла нам по почте, мы купили билеты, и через месяц уже улетали. Поэтому особо больше рассказать нечего, потому что для нас этот процесс выдался, я считаю, максимально легким, в принципе, как мы и ожидали. Но я знаю, что получение американской визы туристической, это можно сравнить с лотереей, потому что я слышал разные истории, когда люди, бизнесмены состоятельные, у которых много недвижимости, и их очень многое держит дома, и им все равно по 2-3 раза отказывали визы. И в то же время слышал люди, у которых ничего нету, с семьями, получали туристические визы с первого раза. Поэтому я не знаю, как они выбирают, и как процесс этот весь происходит. Даже слышал такое, что есть определенная квота на выдачу виз, и если они, допустим, в середине дня ее достигли, и ты пришел ближе к вечеру, то по-любому тебе визу не дадут. Не знаю, правда это или нет. Что касается моего брата Жени, он приехал по совсем другому пути. Я приехал по Живановской визе, студенческая виза, которая выдается Work and Travel. Молодым людям, да, по программе Work and Travel. Ты просто работаешь здесь, отдыхаешь, ты можешь делать все что угодно. В принципе, я как бы думал вернуться и приехать сюда как-нибудь через пару годиков, но по совету моего брата я остался здесь, потому что если бы я бы уехал, я бы визу бы обратно бы не получил. Вот так вот, в принципе, все. Пока, в принципе, мы находимся в подвешенном положении, но это до поры до времени, потому что мы будем делать документ, и это один из таких распространенных и очень удобных способов остаться в Америке. Peace. Да, в принципе, насколько я знаю, здесь в основном люди, особенно в молодом возрасте, Жене только 19, приезжают по work and travel и остаются, или когда уже постарше, такие как мы, получают туристическую визу и остаются по ней. Вообще, это серьезные вещи рассказывают. Еще я слышал, что есть вариант каким-то образом получать студенческую визу, типа поступать в языковые школы, но я этот вариант не рассматривал и особо в него не вдавался, поэтому не могу рассказывать о нем. Закончился. Сколько надо? Сколько? Очень красивый и классный парк здесь. Хорошо прогулялись, уже стало прохладно, пришлось одеть шапку. Парк очень похож даже на центральный, и я считаю, он ничем не хуже. Мне здесь даже больше не понравилось, потому что здесь нету туристов в основном. Ну, даже видно по поведению людей, что они все местные. После хорошей прогулки нужно хорошенько покушать. У нас тут еще новогодний стол остался. Оливьешечка, холодец. Шубейка. Стейки. Даже лобстера Женя намутил. Походу прикольно. Поэтому с Новым годом вас.